Заходите, только здесь очень шумно. Вот оно, самое сердце тепловой электростанции. Не без гордости, говорит электромонтер ТЭЦ-2 Юрий Колобов. Здесь в турбинном цехе 4 турбоагрегата работают на производство электроэнергии. А кроме того, ТЭЦ-2 вырабатывает тепловую энергию, обеспечивая теплом и горячей водой тысячи организаций и 400 тысяч горожан. За работой сложного оборудования круглосуточно следят десятки профессионалов. Моя работа заключается в том, что с момента прихода на смену в каждом доме горел свет, были теплые батареи, из крана лилась горячая вода. В работе нравится то, что постоянно нахожусь в движении, узнаю много нового. Но вообще это мое. Начинал карьеру в энергетике, продолжает Юрий, с первых ступеней. Поначалу был электрослесарем, а сегодня за его плечами уже 10 лет стажа в отрасли и многократные победы на профессиональных соревнованиях. Причем как местного, так и федерального масштабов. В 2014 году его признали лучшим начальником электроцеха среди энергетиков страны. Вот эта медаль, завоеванная там. Ну, а в этом году проходили корпоративные соревнования среди станций СГК, что наша команда тоже заняла первое место. И я также стал лучшим по профессии. Это высшая награда, которую можно получить на данной специальности, в данном направлении. Но награды, говорит Юрий, не главное. Важнее коллектив. И с ним, уверен мужчина, ему повезло. В отличие от тех, которые ищут себе место помягче, поспокойнее, он, наоборот, ищет там, где интереснее, там, где перспективнее. И это была его главная причина, по которой он пришел на нашу станцию. Сам Юрий не отрицает. Хочет в будущем дослужиться и до руководящей должности. Тем более, есть для этого стимул. У него подрастает 2 детей. Хочется, чтобы они им гордились. Даже сейчас, когда спрашивают мою дочь, кем хотела бы она стать, она говорит, что хочет стать электриком, хотя это, по сути, не женское дело, но вот. Дарья Синникова, Виктор Шухман,